Уважаемые телезрители, телеканал АТВ представляет прогноз погоды на 15 апреля. И я, Олег Шигнанов, ваш ведущий погоды. Всем здравствуйте. Большой привет Алексею и Андрею. Штормовое предупреждение. По республике неустойчивая ветреная прохладная погода. На большей части территории осадки преимущественно в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12. Местами порывы до 24 метров в секунду. Пыльные бури. Температура воздуха по северным районам ночью минус 2,7, местами до плюс 1. Днем максимальная 5 градусов тепла. По центральным районам ночью около 0, днем плюс 3,8. По южным районам ночью минус 1, по юго-западным районам до 10 градусов мороза, днем плюс 5. В столице Бурятии дождь, переходящий в мокрый снег. Ветер северо-западный 14-19 метров в секунду. Минимальная температура ночью около 0, максимальная днем плюс 7. Атмосферное давление будет расти. Ученые, наблюдающие за термитами в лаборатории Калифорнийского университета, обнаружили, что при звуках тяжелого рока термиты становятся прожорливой вдвойне. Это был прогноз погоды на Первом альтернативном. С вами был Олег Шигнанов. Людей, видно, это не касается. Что-то я не видел толстых рокеров.